Но мы сейчас пойдем сюда и прогуляемся по этому скверу, по этому острову. Mm-hmm. Потому что там дальше уже выезд за город, mm-hmm. в село здесь и дорога. Вот и... видишь, как на велосипедах ездит. С ребенком все, и да? И там у нас еще находится вокзал. Поэтому там вокзал, как бы, да, смотреть нечего. Понятно. Дим, а вот да. Например, как роды прошли, как вообще, вот сколько там потом, вот, например, Катя, она с ребенком, сколько может там, год не ходить на работу или сколько там, 3 недели? О, это уже совсем другой вопрос. Ты можешь, в принципе, вообще перестать ходить на работу. Вообще перестать? Да, но если ты на социале опять. Угу. То есть, если тебе социал платит деньги по безработице, ты примерно 3 года можешь ничего не делать. Я опять-таки не скажу за всю Германию, да? Угу. Я говорю, вот, чтобы кто-то там не писал, что да вот, что ты брешешь. Я поправляю всегда себя. Я говорю про свой город. Угу. Я не говорю про землю, я вот город. Угу. В каждом городе, в каждой земле уже другие законы совсем. Другие цены, другие ценности. Угу. Поэтому я говорю только про свой город. Можно 3 года не выходить, и тебя беспокоить рабочая структура не будет. Угу. Ну, потому пожалуйста, что да? Да. А еще здесь есть прикол такой, ну как, возможность. Угу. Ты можешь наоборот сделать. Жена, например, пойдет на работу, если ей скучно, угу. а папа садится на дома с ребенком. Сидеть, как да? она называется это? А, ну это типа уход за ребенком. Да, дома ты сидишь. Угу. Вот у меня коллега сейчас родил уже 3-го ребенка, ну, супруга его родила. Угу. Ей дома скучно, и он взял материнство вот это вот на себя. То есть он сидит дома, на работу не ходит, угу. а работает супруга. Угу. Это, кстати, очень выгодно, даже если вы не на социале, это выгодно тем, что если супруга работает 50%, это примерно 7-8 дней в месяц она угу. работает, а ты 100%-ник, то есть ты работаешь 100%, угу. да, то это очень выгодно, я скажу, что чтоб папа сел дома с ребенком. Это хорошо. Да, маме в месяц всего лишь 7 дней поработать. И все. Да. Так получается, как, это работа оплачивает, да, твоя бывшая там, например? Или ты там пишешь заявление, что я там буду сидеть по уходу за ребенком, да? Ну да, ты думаешь, остаешься просто, как она называется это? Не материнский капитал, а как? Я уж сам слово забыл. Вот крутится у меня на языке. Да, но... ну не имеет значения. Не суть. Понятно, смысл, думаю, друзья поняли. Угу. Да. А вообще дальше как вот там садики всякие, когда скольки лет начинаются? Садик, вот ты только родил, сразу надо бежать в садик. А, бежать в садик сразу, ну, да? В нашем городе, да. Надо сразу бежать в садик, ставить антракт на учет, да. Антракт это и есть как раз на учет. Надо ставить ребенка на учет и на очередь. Угу. Как раз, когда подходит 3 годика, чтобы он пошел в садик, угу. вот, подходит твоя очередь. То есть и без проблем ты входишь уже в садиковую жизнь, да? Угу. Только он вошел в садиковую жизнь, вот пошел несколько недель, да? Угу. Вот, ты сразу же идешь в школу. Угу. Ну, чтобы не было никаких дальнейших геморроев с этой ерундой, да, бегать. Угу. Ты просто заранее делаешь для себя эту ступеньку, и все. Вот он только пошел в садик, ты сразу пошел в школу, договорился, внес да? его в очередь, все. Он в садик очередь. Заканчивает, в 7 лет он выходит в школу. Это все садик платный или бесплатный? А, садик платный, мы платим 230 евро. В месяц, да? В месяц. Ребенок угу. получает в нашем городе именно наш ребенок угу. получает 210 евро детские деньги. А, каждый месяц, да? Каждый месяц. С того нам садик обходится 20 евро. А, ну еще нормально, да, хотя бы. Ну, да. Что-то. Вкусно. А школа, получается, здесь платная или бесплатная? Все остальные учреждения бесплатные. Угу. Если у тебя голова есть на плечах, хорошие оценки, тогда все оплачивает за тебя государство. Угу. А здесь образование бесплатно. Образование бесплатно. То есть вот можно в любую клинику пойти, в любой университет, и со своими знаниями ты можешь там бесплатно учиться. Отучиться, да. А, вот, нету такого, как в России или у нас в Казахстане, да, например, что угу. ну, сдайте на шторы, у нас кончились в школе мелки, да, сдайте да, да. на мелки. Нет, такого нету. Здесь все обеспечивает этим школу город. Единственное, что это могут сделать термины для вас, ну, встречи, где вы должны будете что-нибудь принести из еды, приготовить, да. Угу. И вы всей компанией просто как со школы соберетесь,
и будете просто сидеть что-нибудь там болтать, кушать, ага. обсуждать, кушать. Кушать. Это понятно. Вот максимум, что от вас могут попросить. Все. Сборов таких, поборов, денег на шторы нету. Нету, да такого? Нету. Интересно. Мелки детишкам здесь покупают в основном, чтобы те рисовали на асфальте. Это очень интересно. Я своему купил, он в Страсбурге весь асфальт зарисовал, пока я лодку накачивал. И в садике учат уже рисовать. Классно. Он какой, он русский немножко знает или немецкий тогда? Маленький, мы дома разговариваем по-русски. Только, это для того, чтобы он знал русский язык. В садике он говорит только по-немецки. Соответственно, у нас проблема сейчас с садиком в том, что он не знает много по-немецки слов. Нас садик часто вызывает и говорит, типа, он не может сформулировать предложение, что он хочет. Он нам что-то говорит, а мы русский не понимаем, говорит. А, он на русском говорит что-то? Он им говорит иногда те слова, которые он не помнит по-немецки, и он им говорит их по-русски. Да, вот, например, сегодня я ему сказал, пойдешь в садик и скажи, что у тебя новый хомяк, новая подружка. Все, и... А он говорит, окей, я скажу, что их хабы айн хомяк. И я имею одного хомяка. То есть ты предложение... Их хабы, да? Их хабы я имею, да. Ты начинаешь всегда с этого предложения, когда ты хочешь что-то там сказать. Их хабы. Вот. Я говорю, не хомяк, а хамстер. Их хабы айн хамстер. То есть хамстер – это хомяк. А он говорит, расплакался с утра, ботинки обувал в садик. Нет, говорит, я скажу хомяк. Ну, я говорю, ну, тебя если поймут, то поймут. Хомяк? По-русски, да? Ихаба айн хомяк. Вот такие вот ситуации у нас с садиком сейчас пока. Но, почему мы дома говорим по-русски? Чтобы он его знал. Потому что он дальше пойдет, у него друзья, школа. Он начнет учиться по немецким понятиям, да? И русский он автоматически забудет. Даже несмотря на то, что мы дома разговариваем по-русски, он по-русски не будет говорить. Он годам к 10 где-то он забудет русский. И мы это прекрасно знаем, поэтому мы сейчас ему говорим эти по-русски, чтобы он грунт у него был. Это, небольшой хотя бы, фундамент, да? Фундамент, да, хотя бы. Чтобы он где-то в подсознании помнил, что есть еще русский. И мог быстренько сообразить. Вот так вот. Ага, интересно, конечно. А вообще, вот получается... Интеграция у него проходит вот все-таки в немецкой среде, как-то вот на два языка. Еще у тебя получается, он английский, наверное, там учит, да, в школе? Английский он учит по мультикам. А, он, по мультикам. Он включает сам себе английские мультфильмы и запоминает слова английские. Там apple, яблочко, там, да, что-нибудь такое детское. Ну и у него, в принципе, доска еще у нас дома есть в его детской комнате. У него там тоже буквы, кажется, у него английские буквы. Они с немецкими схожи, кроме вот этих буквы, которые с точками наверху. Остальные буквы одинаковые. И вот он таким образом у нас еще английский учит. Однажды он забрел в дебри интернета. И я слышу краем уха, что он слушает что-то на китайском. На китайском? Я так перепугался, он уже может себе голову сломать. То есть он может замкнуться и перестать вообще на любом языке разговаривать какое-то время. Потому что 4 языка уже, тем более китайский, он самый сложный, прям мега сложный. И я ему запретил, сказал, чтобы я еще раз китайский услышал. Их, по-русски говоря, получишь. Понял. Да, интересно. Ну, английский мы пока не особо учим, хотя бы пускай он запомнит русский язык. Немецкий к нему придет в школе, 100% немецкий придет к нему в школе. Я свой немецкий сертификат B1 должен сдать вот буквально. Пока буду на больничном сейчас, я буду учить писать, если рука будет работать, буду писать, потому что я правша. Ну и беда как раз таки с правой стороной. Поэтому буду учить писать, слушать все по-немецки и пойду сдам этот экзамен, потому что иначе у меня мой паспорт заканчивает свое существование казахский. И будут проблемы, нужно будет выезжать в Бонн. Посольство Казахстана. Возможно, даже придется выехать опять в Казахстан. За паспортом, чтобы да? восстановить там паспорт. А это опять-таки дополнительные расходы. Кому же его установить, когда там поедешь, например, по какой-нибудь ситуации и там восстановить? Ну, просрочка будет, ничего страшного. Ну, не хочется просто до этого доводить. Проще пойти здесь, заплатить эти 230 евро за экзамен и сдать его. А, вот так, да? То есть экзамен сейчас для меня будет опять-таки стоить денег, 230 евро. Ну, тоже вот. Не дешево так. Ну, да, а если бы я был на социале, как и эти 9 месяцев и прошлый экзамен, который я завалил,
оно было бы мне бесплатно. То есть бы социал бы мне заплатил бы за учебу. Это получается здесь выгодно так, да? Ну да, социал. Пока ты на социале, все выгодно сделать. Все выгодно. И права даже они тебе оплатят на машину, за которую я сам заплатил. За свои это права я платил. Ты заплатил? Сам. Я имел права казахстанские. На тот момент они еще были действительны. Они были еще и даже на грузовик. То есть я имел право на грузовике многотонном, без прицепа ездить. Например, КАМАЗ. Я ездил на КАМАЗе. И они, посмотрев на это, сказали, что вы с опытом. Вам сидеть часы не нужно обязательно идти в школе. Вы просто придите и пересдайте. Правила дорожного движения. И все, и вождение. И все. Кстати, мы пришли на мост Некрбрюке. Вот сливаются эти два русла. Вот это уже конец острову, этого, да? Островка. Да. А это у нас голубятни. А, это как голубятни. Кстати, интересно. Кормить голубей нельзя. Тут даже знак висит. Приезжает специальная социальная служба и кормит голубей. А, вот так даже, чистят, да? Чистят, забирают их, моют, назад привозят, кормят вот, друзья, вот здесь. Такой вот, знак висит, смотрите. Кормить голубей запрещено. Интересно. Кормить нельзя, не, серьезно. Уточек можно, но не голубей. Здесь утки и лебеди. И еще какие-то гагаки тут плавают, я не знаю. Вон она одна. С белой головой. Понял, понял. Да. Вон она, вон, можешь показать под деревом. Так, вот такие вот, гагаки, друзья, у нас тут еще. Одна плавает такая. Типа уточки такой. Ну, что-то квакает. Тут что-то так народ приведет хорошо прям. А здесь это соединяет две стороны города. Либо там обходить, где мы сейчас были, это все мосты. Через реку все мосты. Да. Хорошо, мы прогулялись тут. И вот сейчас мы пойдем налево. В центр города. Да, обратно вернемся в эту церковь. К нашим велосипедам. Да-да-да, это тоже центр города, да, здесь? Да. Такой Тюмень, небольшой город-то получается. Ну, ты устал. Ты устал. Ну да, мы так прогулялись с тобой уже где-то 3-4, да? Ага. Так. Может быть. Вполне здесь так. Здесь много. Вот ресторан китайский, можно посидеть, поесть. Ага. Там ресторан немецкий. Везде все можно. А вон про тех воробьев, которых я тебе говорил, сидят, как обычно. Ага. Летом прям вот все занято, туда невозможно вот здесь подойти. Да? Да? Это люди сидят, да, люди? Вот так вот студенты сидят, болтают целыми днями. Ух ты. Там такой га-га-га стоит, туда невозможно подойти, и места там нет. Дима, ты вот немецкий учил, получается, сирийцы вместе, да? А, было так, раз, два, и девушка. Много трое. Их, да, тоже? На мой век было трое, пять лет назад. Сейчас я уверен, если я приду, то в моем классе будет уже сидеть 90%. Их, да? Их. Это столько людей иммигрируется, получается? Их столько прилетело сюда, очень много. Прям вот, блин, ну ненормально. Это нельзя было допускать, но правительство этой страны посчитало, что к ним упадет, возможно, много денег. А на самом деле деньги заплатили они. За них, да? За них. По этим же самым они и поплатились. Но поплатились не так столько государства, сколько люди, налогоплательщики, как я. Простые люди, которые работают на себя, имеют маленький бизнес какой-нибудь или большой. И которые работают на дядю, на какую-нибудь фирму, да? Мы же тоже платим налоги, даже работая на фирму. И с наших налогов этим людям платят вот этот вот социал как раз таки, на котором и мы тоже в свое время сидели. Но имея совесть, мы ввиду своей совести, мы выходим всегда из этого социала, да? Мы не сидим там всю жизнь, всю годами. Это бессовестные там сидят все время. Многие вышли. Многие вышли работать социал, стали, да? И работать стали, да. Там открываются при работе перспективы свои. Прекращают работать запреты на имение до 7 тысяч евро машину. Я стал иметь право себе купить новую из салона. Если бы я был бы на социале и купил бы себе автодом, я бы его не купил. Меня бы просто выпнули сразу. Просто сразу бы сказали, да? Иди нахрен. Вот прям бы так бы и сказали, наверное, по-русски прям. Ну да, еще на социале иметь автодом купить, да? Да, ну это наглёшь, это я считаю. Ничего себе, 40 тысяч автодом, и я на социале сижу на городских деньгах. Ну да, круто. Там бы даже русский выучили, чтобы меня нахрен послать. Да? По-любому, да. Вот мы вернулись к этой церкви с обратной стороны. Вот такой вот мы круг сделали, да. Ого, слушай, все, так круто. Все, я сказал, тут заблудиться невозможно. Ага, понял. Дим, какие планы на автодоме, куда съездить?
На автодоме планы. Так, угу. После подлечусь сначала, и потом ближе к весне у нас в сторону Амстердама поехать. Угу. Так, в сторону Амстердама посмотреть. Сам Амстердам, соответственно. Угу. Говорят, серый город, но я хочу. Я хочу его посмотреть, хочу почувствовать его культуру. Ага. И пожить там, не просто так приехать, рот пооткрывать. Угу. И это самое. Нет. Вот мы пришли туда, так, откуда мы начали. Туда. Угу. Угу, потом. Прикольно. Так, по-добренькому, да? А? По-добренькому так. Здесь всегда кто-то играет. Mm-hmm, да? Всегда. Либо парнишки с Америки кантри играют, mm-hmm. либо вот целый оркестр что-то. Mm-hmm. Реально, моих малочисленных подписчиков вопрос. Леша, а как mm-hmm. тебе Германия? Да вообще очень классно. Один вопрос там был такой. Что ты хочешь здесь для себя найти? Найти? Уют, свободу. Это мои варианты ответов. Ну, можешь свой вариант предложить. Или, может быть, и то, и другое. Наверное, комфорт какой-то. Комфорт. Какой? Комфорт, да. Комфорт разный бывает. Что значит комфорт? Комфорт – это красивый диванчик в зале, маленький столик, на который ты можешь кофе поставить или ноги закинуть, посмотреть большой плазменный телек. Или даже поиграть. У всех комфорт разный. Какой комфорт твой? Ну, это, наверное, в доме. Ты же сейчас живешь в автодоме. Это сжатые комфортабельные апартаменты. Что ты хочешь большего? Большего хочет каждый. Либо еще где глубже, человек где лучше. Да. Ну, наверное, комфорт может быть такой внешний тоже. Потому что здесь все-таки, когда гуляешь по улицам, здесь чувствуешь такой кайф. Очень хороший кайф. Такой прям, когда вот ты просто бродишь, ходишь, как-то в России там этого не хватает, наверное. А здесь просто ты вот глазеешь, ну, конечно, может, это мое первое впечатление такое, но пока вот мне хочется везде посмотреть, все там увидеть, как все красиво сделано, все там вот это обустроено. Ну, смотри, вот мы сейчас зашли в кафе, пьем с тобой кофе, в принципе, кофе такой же, как в России. Вода, ну, тоже, тоже течет, кофе зерна такие же, сидим, в принципе, вот я покажу барик. Угу. Обустроено все так же, в принципе, я думаю. Да такие же кафе в России есть, как конечно. Как и в России, даже. Да, но тебе здесь уютнее, что есть? Ну, пока вот первое впечатление. Разница? Да. Не знаю, наверное, может быть, с одной стороны, может быть, где-то свобода здесь больше. Опять же... Свобода ответственности? Свобода передвижения, свобода слова. Свобода тоже бывает разная. Может быть, даже свобода передвижения. Даже, наверное, для путешествий на автодоме здесь как-то все по-другому немножко организовано. Ссылка на канал Дмитрия будет в описании. Подписывайтесь.